спасения Шона Марса осталось пара часов. Должна же быть хоть одна зацепка. Наверняка у меня под носом. Мальчик умирает, а я топчусь на одном месте! Ну как, собрал свои шмотки? Не понимаю, о чем... Расследование окончено. Убийца найден. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Норман. Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон. Честно скажу, скучать я не буду. Расследование не окончено. У вас нет улик против Марса? Марс виновен. Дело закрыто. Все равно это тебя не касается. Ты снят с дела. Собирайся и вали. Блейк, да ты долбанутый, сбрендивший психопат! Принимаю как комплимент. Честно говоря, мне на тебя наплевать. Я нашел мастера оригами. Все довольны, истории конец. Скатерти дорожка, Норман. Имя убийцы здесь, среди кучи данных. Надо его вычислить, найти, пока не поздно. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. РС было в режиме записи, когда я дрался с убийцей. Надо посмотреть запись. Этот меч был с самого начала в кабинете Пако. Он никак не связан с убийцей. Пистолет убийца бросил в Голубой лагуне. Надо бы пробить его по базе. Конфискован полицией 5 лет назад. Этот пистолет должен все еще быть в полиции. Кто мог его забрать? Только коп. Два чека с одной заправки. Возможно, убийца живет неподалеку.
Нет, это нам ничего не дает. Похоже, убийца полицейский. Картер Блейк. Это объяснит неудачи в расследовании и желание обвинить Итана Марса. Убийца живет где-то здесь. В этом квартале 342 жителя. Так не пойдет. Нужно как-то сузить область поиска. Самые обыкновенные орхидеи. Их полно в любом магазине. Это ком. Но в обозначенной зоне живет только один ком. Попался. У него есть склад в порту. Если я ошибся, Шон Марс погиб. Thank you.
точно та самая машина. В порту? Вызываю спецназ и вертолет. Что, сегодня? Ясное дело, сегодня, придурок! Прямо сейчас! Приведу помощь, и тебя вытащат. Мама работает слишком далеко отсюда. Я не успею привезти ее. Тут никого нет. Некого звать на помощь. Папа, скорее! Джон свалился в трубу. Да, выметайся отсюда, бля. Отстань от меня. Идем за мной, пап. Идем. Джон утонет. Джон утонет! А, так одним прожорливым ртом станет меньше. Шел вон! Пап, пожалуйста! Джон утонет! Джон утонет, папа! Ты меня слышал? Вон! Пожалуйста, пожалуйста, пап! Вытащи Джона! Я просил Джон, но он не слушает. Не хочет идти. Не умирай, Джон, пожалуйста. Thank you.
Но мастерство не пропьешь. Квартира мастера Оригами. Здесь наверняка можно узнать, где Шон Марс. Вот откуда тянет дымом. Улики горят синим пламенем. Полицейская форма. Доверяйте, дети, полицейским. Они шли за ним, как агнцы на заклание. Нужен пароль. Что происходит в голове у маньяка? Наверняка пароль как-то связан с детством. Как он назвал своих бумажных собачек? Вот оно. Макс. Так Джон в детстве называл своих бумажных собачек. Это еще что такое? Адрес. Наверное, там спрятан Шон Марс. Скорее, нельзя терять ни минуты. Орхидеи, которые он клал на грудь жертвам. Он выращивал их здесь. Так ты узнала мою маленькую тайну? Довольно, Скотт. Ты убил всех этих детей, чтобы найти отца, способного спасти ребенка. Заткнись! Ты ничего не понимаешь. Ребенок еще жив. Его еще можно спасти. Отпусти его. Не поступай, как твой отец. Иди туда. Thank you.
разобьюсь, если спрыгну. Должен быть другой путь наружу. Я знаю, где Шон. Надо сообщить Итану. Он погибнет, если я выберу неправильный адрес. Я уже очень давно. Давно ищу Питера. Ищу отца, готового сделать то, что не захотел. Пожертвовать собой, чтобы спасти сына.
О, я искал, искал, искал. И тут я вспомнил тебя. Столько убийств? Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты хоть представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь, я страдал! Не меньше своих жертв. Я прошел все испытания. Верни мне моего сына! Он здесь. Осталось только открыть решетку. Да, лейтенант. Они ждут команды. Отлично. На сей раз он не выйдет. Открываем огонь, как только он высадится. Эй! Вы там! Что вам нужно? Лейтенант, меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Я докажу, что Итан Марс невиновен. Он не мастер оригами. Что здесь делает журналистка? Я же приказал всем молчать.
Уберите ее, пока не полезла под пули. Есть, лейтенант. Ладно, пошли. Вы совершаете ужасную ошибку, лейтенант. Итан Марс невиновен, я докажу. Сынок, пожалуйста, дыши. Ну же, дыши. Я думал, ты умер. Папа, я знал, что ты меня хочешь. Эш, убери ее, наконец. Марс невиновен, черт возьми. Он невиновен. Эй, вы куда? Они окружили склад. Только ты выйдешь, откроют огонь. Я выйду один. Поговорю с ними, объясню. Пристрелят, не успеешь рот открыть. Слушай, мы выйдем все вместе, подняв руки вверх. Всех нас не пристрелят. Я могу доказать твою непричастность, Титан. Слушай, прости, что не поверил тебе. Я думал только о Шоне и решил... Неважно. Самое главное, ты спас Шона. Thank you.
всеобщему облегчению, полиция сегодня объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. Мальчика держал в колодце убийца-мастер оригами. Успешное спасение мальчика стало возможным лишь благодаря Итану Марсу, которого полиция одно время считала убийцей. Его невероятная смелость и упорство позволили сорвать жестокие замыслы мастера оригами. Комиссар полиции принес герою официальные извинения. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого мастера оригами. Скотт Шелби, белый, бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции, однако подробности событий пока не уточняются. Здесь мы теперь будем жить? Только если тебе нравится. Если нет, мы можем поискать что-нибудь еще. Не важно, где жить. Главное, вместе. Я больше никому не позволю разлучить нас. Мы с тобой будем вместе, парень. Всегда. Можно я выберу комнату? Конечно, сынок. Ладно, тогда остаемся здесь. Гости скоро получат Пулитцеровскую премию за серию блестящих статей о расследовании дела мастера оригами. Благодаря вмешательству отважной журналистки был вычислен и обезврежен опаснейший преступник и спасена жизнь ребенка. Давайте поприветствуем женщину, героизм которой общество никогда не забудет. Мэдисон Пейдж. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Упорная и целеустремленная. Так описывают вас газеты. Несомненно, именно эти качества помогли вам вести это нелегкое расследование. И все же признайтесь, неужели вам совсем не было страшно? Спасибо, мисс Пейдж. Я восхищаюсь вашей смелостью. Спасибо. Для Джона, пожалуйста. Побольше бы таких журналистов, как вы, мисс Пейдж. Хорошо, что вы поймали этого ублюдка. Спасибо. Как вас зовут? Винсент. Блестящее расследование, мисс Пейдж. Ну и храбрые же вы. Вам нужен противник посильнее. Более жестокий. Наш гость попал на этой неделе на обложку «Мира сегодня» и признан всей страной новым героем нашего времени. И недаром он почти единолично положил конец серии жестоких преступлений, совершенных мастером оригами, и спас мальчика по имени Шон Марс. Его решительность и острый ум заслуживают восхищения. Норман Джейден! Здравствуйте! Thank you.
want to see them again. I'm a father too. Stay back! Don't come near me!